Так, ребята, врываемся мы на финал сейчас. СЛТВ, 1 на 1 турнир, в котором играют у нас ребята из команды ДЦП Out и с команды АЕ-322. Окей, АЕ-5 у нас из команды АЕ-322, закупает он себе сразу в Race Band и Тангус. Хорошо, а с командой парень ДЦП Out под названием, у него такой никнейм хороший, Морепродукт, он себе покупает в Race Band и два Iron Branch. Ну что же, должна быть битва титанов, это финал. Турнир под номером 292. Неплохо тогда, 292-й турнир уже один на один, который отыгрывается. И должны ребята сейчас эти показать нам класс. Минута, даже меньше 30 секунд осталось к выходу крипов. И посмотрим, как оно будет. У СФ есть отхил, есть тангусы. Ой, какого СФ? У нас играет 2 СФ. Есть тангусы у АЕ-5, поэтому может быть ему будет легче стоять. Но в то время у морепродукта на 2 дамага больше, на 8 хп больше и на 26 больше маны. Ну, смотрим сейчас, как будет стопить крипов. Нормально. И морепродукт тоже нормально, никого не пропускает. Должны сейчас сойтись на центре, хотя, смотрим, пропускает одного крипа АЕ-5. И морепродукт тоже пропускает крипов, и сойдутся они прям в центре поля боя. Ну что же, давайте поехали. Началась игра, желаем удачи этим ребятам, это уже финал. Первый крип достается морепродукту. Какая битва ластхитов, просто нереальная. Вот если так подумать, то у АЕ-5 есть такое преимущество, когда у него есть тангус, и он может подставиться где-то, где-то его могут подхарасить. И что же, он отхилится, поэтому у него довольно-таки нормально. Так, 2 на 2 по душам, 1-1 у АЕ-5, 2-0 у морепродукта. Окей. Не попадают по крипам немножечко. И хорошо. 269 голды у морепродукта и у АЕ-5 174. Должно зарешать, кто первым вкачается лучше. Так. 151 маны и 233 маны. Неплохо. Есть руны, баунти руны на обе еще присутствуют. Стопили ребята крипов, не бегали за рунами. Так что так вот и получилось. Ластхиты просто такие божественные. Не за динайл мог бы сравняться сейчас бы по душам уже АЕ-5. Хорошо, 3-1. 4-1, еще и подхарасили немного АЕ-5, только что морепродукт. Осталось у него только 2 тангуса. Ну, сейчас, когда тангусы закончатся, более преимущество больше будет у морепродукта. 6 на 1. Уже у него крипстат 7 на 1. Хорошо. Нужно добить. Отлично, АЕ-5, отлично. Пол хп у него. Ой, здорово. Ну, видим, 51 на 23, 49 на 15. То есть, намного больше дамага, больше шанс заласхитить. На ботами есть. На ботами есть хоста. Это может быть очень опасно. 10 на 2, 5 на 1. Хорошо, 12 на 6 душ. 736 золота есть у морепродукта. Можно покупать какой-то себе ботл или что-то такое уже вести. Самое время. Не дает, даже если немножко подбивает. Добивать, ну, типа, морепродукт. И мешает немножечко АЕ-5 динаить своих крипов, добивать чужих. Поэтому такое. 11 на 4, очень хорошо. 15 душ уже у морепродукта и у АЕ-5 7 душ. Хорошо, запушилась линия, зашли за тавер крипы. Минус 2, еще одного нужно забрать. Хорошо, всех крипов забрал морепродукт. У морепродукта есть ботл, есть апсы, и они к нему летят уже. У АЕ-5
только 566 золота. Ему еще нужно 140 золота к любимому предмету всех мидеров, то есть батлу. Можно сейчас быковать понемножечку морепродукту, потому что скоро же придет уже ботл. Уже есть ботл. Отлично. Сейчас отпиваться, контролить руну. И нужно успеть. Нужно успеть. Ну, иди же ты за руной. Почему ты не идешь за руной? Тоже было бы неплохо сходить за руной, потому что сейчас поменяется. Можно было бы сразу вдвойне забузить ботл. На ботами регеночка появляется. Регеночка. Куда пойдет? Куда пойдет морепродукт после того, как ботл уже исчерпался, конечно. И куда он будет идти? Идет ботл, да? Да, идет ботл К5. Сейчас он будет отпиваться. Хороший вард. Хороший вард на экран поставил морепродукт. 19-8. Очень сильно сейчас перефармливает морепродукт. Нужно идти на ботом. Забирать сейчас ботл и идти на ботом А5. Потому что там реген. Реген сейчас очень хорошо заедет. Уходить, уходить. Сейчас пойдет койл. О, хорошо, застопил свою атаку. Еще раз. Пошел койл. Хорошо, попал койлом. Еще койл. Добивать с руки просто крипов этих. И последнего добить на развороте. Заденали, окей. 12... Ой, 22 на 9. У морепродукта 24 души у него есть. Зашел за тавр. Лучше такое не делать сейчас. Что к нему идет? Идет к нему ботинок. Ботинок идет очень опасно прямо возле тавра. И мог бы только что он отдать курьера своего. Если бы он отдал бы курьера с ботинком, это было бы очень и очень печально. Ноль зарядов в батле у обоих СФчиков. Ну, конечно, у морепродукта есть преимущество. На 14 скрипов больше у него добито, на 6 больше заденайных. Нужно сейчас пассивочку докачивать. Его вот этот некромансери. Ой, хорошо, сейчас А5 заберет регеночку. Отобьется. Здорово. Нужно отпиваться. Ждать времени нету. Следующие руны, но думает подождать. Нет, возвращается или же идет за руной обратно. Окей. И что здесь? Баунти руна на топе. Ой, на топе появляется иллюзия. Иллюзия в 1 на 1 в мидлейне очень может хорошо помочь, потому что можно там забайтить на иллюзии или что-то еще такое. Но сейчас он спалил, что у него две иллюзии идут. Поэтому просто идут в тупую харасить этого Shadow Fiend'а. Койл. Нет. Сейчас получит тычку от тавра. И... 630. 630 у него золото у этого морепродукта. У АЕ5 525 золота есть в кармане. Окей, стоит пока что вард. Все видит аж за тавр. Здесь вот так вот даже будет виден АЕ5 для морепродукта. По крипстату очень хорошо перефармливает. На 17 крипов больше у морепродукта. Хорош, заденайл. 19 душ у морепродукта, 29. Нужно ему сейчас вкачать свою на 8 уровне пассивочку еще в раз, некромансере, чтобы было 36 душ, и будет, конечно, очень жестко. Очень жестко. Что идет? То второй в рейсбенд пришел к морепродукту. Ау-у. АЕ5 пока что ничего нового не появилось. И это очень печально. Берет базилку. Хорошо, базилку взял. Можно будет скрипами идти пушить, потому что плюс броня. И это довольно-таки хорошо, я вам скажу. 200 золота у него есть сверху. Ну, морепродукт, конечно, outplayed. Outplayed, что еще могу сказать. 540 золота у него есть. Нужно отходить сейчас. Пойти за руной, потратить еще один койл, наверное. Хорошо, забрал двоих крипов. Третьего нужно добивать, добил третьего. Ой-ой-ой-ой, здесь у нас виз на топе. Сейчас может быть очень и очень опасно. Может сейчас потерпеть, конечно. АЕ5, может потерпеть. Увидел сейчас на варде.
Прошелся, бегает по руду. Все видно, море продуктов. Раз койл, два койл, третий. ФБ. Хорош. Хорош, просто отлично сыграно. Здорово, очень здорово. 1-0, 39, 40 на 15. 18 на 5. Что летит? Что? Базилка. Приходит базилка. Есть уже Аквила. Ой-ой, Аквила, 960 золота сверху. Что это будет дальше? Что? ПТ или что? Ой, good game. Good game. Все, капец. Конечно, очень хороший. Да, перефарм просто пошел с самого начала. Отличный матч, ребята. Мне очень нравится. Мне очень нравится комментировать один на один матчи, потому что это быстро, легко. Эмоции хорошие. И поздравляю. Поздравляю я море продукта с победой. В финале. Это был финал. Да, вот так вот мы сразу же ворвались после фасткапа в один на один турнир. Сразу же в финал. И поздравляем море продукта. На победе. С победой, точнее. А я опять не расстраивался. Будут еще очень много один на один. Можешь зайти в торнамент и посмотреть. Завтра просто дохренище. Матчей один на один. Поэтому всем спасибо. На сегодня все. Я заканчиваю свой стрим. Поэтому спасибо вам за просмотр. И всем удачи. И всем пока, ребята. Пока-пока.